А перед началом просмотра данного ролика я бы хотел вам порекомендовать канал отличного парня Virtuos X-Tech, который снимает качественные и веселые видео. Заходи и подписывайся, не забудь поставить лайк. Я тебе говорю, не заденет. Давай, давай, быстрее едь отсюда, а то, блин, тебя взорвет. Не заденет, говорит. Да взорвет тебя, я же говорил, быстрее надо. Итак, добрый день, мои дорогие друзья, любители видеоигр, с вами Флеймикс. И Макс. Да, и это долгожданная Half-Life 2, да, вы уже просто... Просто мне ультиматумы начали ставить, просто я типа вот такого, что если сейчас... А ну-ка... Не могу, давай начнем сначала. Давай. Давай. Итак, добрый день, мои дорогие друзья, любители видеоигр, с вами Флеймикс, а также... Макс. Да, так, все, давай по сценарию. Это долгожданная Half-Life 2, которую вы просто уже... Ну, задрали уже ждать эту Half-Life 2, вы мне... И хватит объяснять уже. Да, вы просто начали... Я сейчас за тебя играть начну. Да, вы просто начали ставить мне невиданные ультиматумы, типа... Ща, ну-ка, быстро, блин, Half-Life снял, иначе я ща отписка и дизлайк, да? Ну, я что-то... А, я не тащу. Давай туда. Сейчас я что-то, знаете, прям встрепенулся, побоялся, что сейчас как-то отпишется, и что у ребят реально серьезные намерения, да, Ну и поэтому, да, Half-Life. Ну и тем более появился повод, свободное время, которого у меня последнее время что-то не хватает. Ну, кто-то, может быть, скажет, да, ну, ты просто ни хрена ничего не делаешь, в GTA-шку свою. Сидишь. Да, ну, вообще-то, в принципе, здесь есть чуток правды, но и, конечно, это учеба. Я не буду скрывать, что сейчас в последнее время и с физикой проблемы иногда это бывают, что? И с алгеброй проблемы, но, в принципе, нахожу время, когда снимать. Так, давайте перейдем к делу, это Half-Life 2, я точно помню, что здесь мы были уже. Просто тут, видно, не сохранился. Я давно не играл. Давай-ка быстренько дойдем до того момента, где давай я был. Давай сам едь. Да. А то я что-то разучился уже. Что-то, по-моему, мне кажется, у батьки лагает. Хотя я даже не умел играть. А? Тебе не кажется, что у батьки лагает? Да у батьки звук. Что-то колонку двигаешь сюда. По-моему, я начинал с того момента. Помнишь? Ядрит твою налево! Сейчас как пуканчик подстрелят, чувствую. Я тебе энергии набрал, тебе ничего не подстрелят. Ничего не пока подстрелят. Энергия не подстрелят. Только думал. Могут отстрелить кое-что. А, пуканчик, да? Да у меня его еще с шестой серии уже нету. А? Что? Батька, они обосрут ли нас за выражения-то такие? Да. А то что-то как прям агрошкольники. Слышь? Слышь, пёс. Чё, пёс? Ты материшься тут. Единственный, кто тут матерится, а? Это ты. Царь-батюшка, совет твой нужен. Может, поможешь ли как? А я даже не помню, как здесь сделать. По-моему, я это точно... Это хилка. Нафиг тебе хилка. Да хилка-то это понятно. Вылазь давай отсюда. Я даже не помню, что делать-то. По-моему, надо туда что-то залезть. Не помнишь? Дай. Я не помню, я не играл вообще. Дай-ка. Забыл, как бегать-то. Короче, я вообще все забыл. Сейчас гранатой сам себя подстрелишь, но... как макака. По-моему, мне кажется, уж немножко подлагивает. Короче, ребят, сразу хочу предупредить, что я заметил, что комп вообще уже ничего не тянет. Если он элементарно обычный, а вот вас не тянет, то я вот уже надумал покупать себе новое железо. Поэтому, если я реально это соберусь, то есть я там выставлю на Авито это, то в ближайшее время на компе видео не будет. То есть там, если только GTA 5, слушай, а может быть низ надо наоборот опустить? А, это лифт. Надо грузило какое-нибудь. А, во! Все. Вот туда надо груз всякий. Нет. Ну хватит, пойдет, проедем. А, царь-батюшка? Да проедем. Сможем! Поехали, как Гагарин-то говорит. Батя, блин. Батя тащит. Наоборот, не тащит. Скажи, что батька еще не тащит. Батька нуб.
ну, батька, ну вас. Да точно я здесь был. Эй, вы же Фримен, верно? Короче, давай это нафиг пропустим. Это уже было. Давай. Короче, ладно, тогда быстренько все сделаем. Давай побыстрее. Побыстрее, да. Я же тебе говорю. Это что, однообразная фигня какая-то? Короче, до хрена. Блин. Черт, я же здесь. Тебя заперли, тебя поймали. Заперли? Поймали нахуй. Я сейчас знаю, что там. Смотри, смотри, ПС-шка просто. Ну, смотри, приседает прям, как мало. Ой, полиция. Это еще там много. Это еще много. Вот смотри, сейчас уже получше. Вот у меня на звонке. У меня на звонке. Помнишь, сколько было? Я тебе говорил, сколько. Сколько? Один. Ищи? Нет, ничего. Нет, ничего. А если батька найдет? Батька. Так, ну, по-моему, на этом моменте я и закончу. Тогда уже сейчас начнется полноценное прохождение. Ну и, соответственно, батька мне... Ладно, хорошо, мы просто с Максом не договорились вообще молчать. Да, точно, это новый момент, я даже помню, что этого уже не было. По крайней мере, по машинам. Макс мне будет помогать, ну и, по крайней мере, следить, что здесь, как, советовать. Ничего себе, это кто такой? Охотник. Охотник? Да. А ты не знал? Либо охотник, либо это вертушка улучшена. Понятно. А что за охотник? Не знаю, говорили же. Вертушка и охотник за тобой. О, посмотри, что там было написано. Не, я хочу его трогать. Ты не трогаешь, ты его сейчас. Ну, куда дальше? Не видно. Слепой. Зомби, черт, зомби, это зомби? Да, хэдкрабы на них. Хэдкрабы? Да. Ты что не знаешь, что такое хэдкрабы? Конечно знаю, ты что? Ты их 100 раз видел. Ага. Так, погоди, смотри. Что ты делаешь? А вот видишь они? Ты за гузорами. Что, видишь куда? Нет? Нет. Он точно прямо. И, по-моему, я кого-то упустил. Черт, смотри, смотри, что творят, да, гады? Тебя сейчас просто они... Порешают вот так. Фига вот. Фига себе, они как спускаются. Ага. Я думал, их едят тоже. Кого едят? Зомби, что ли? Да нет, ты же липучка сверху поймала. Так, по-моему, они на веревке были липучки. Нет, это липучка была вот эта. Липучка, да? Да. Они на ней просто спустились. По-моему, это тоже какой-то... Короче, ящерица хрень какая-то, да? Не знаю, езжай быстрее. Что куда дальше? Да я так не знаю. Вперед, конечно. Погоди, стой. Пусть по ФПС возобновятся. Да не возобновятся они. Просто местность такая сейчас. Местность, да? Да, в разных местах разные ФПС. Черт. Попали, смотри, как подрезали, Петрович. Куда дальше что? Хорошо, у тебя нихрена не осталось здоровья. Наверх. Ну, вот наверх, говорю, залез. Не здесь. Да, да. Давай ты садись. Ни хрена себе. Что ты творишь? Это этот клава. Пауза. Так, ну чё, батька сел? Или это уже не батька? Это уже не батька, это уже тащер. Это уже тащер, да? Так, ну я сейчас сижу с тобой рядом. Я даже не понял, куда ты. Я сейчас осматриваю. Ты смотри, как бы пукан тебе не подрезали. Не ссы, братуха, да? Осталось с ним пукана. Опа, опа, тихо, зайди туда. Как слезть? На Е. Что-то не работает это твое Е. Работает. Наверное. Так, ну жизни есть, да? И то их мало. По-моему, даже если бы ты не залезал, у тебя их больше было. Да хрен ты их подстрелишь, мне кажется. И нажимай на это прям. Вот выбираешь и нажимай, как стрелять. Понял?
Ой, по мне сразу же начали. Ага. Смотри, смотри, 43, сейчас как сдохнешь. Да, может, попробую то заграждение пробить? Вон то. Нет. Я тебе говорю, что нам надо туда попасть. Я знаю, что надо туда попасть. Нет, ну смотри, оно прям дышит. Вот только как. Блин, мне сейчас уже подорвут. Хпшечки, хпшечки. По-моему, мне кажется, там надо где-то забраться. Вон он, видишь, трамблин, ну как? Все, вон, все, все. Я понял, надо где-то там через дырки проехать, да? Может, не там? Может, где-то в другом месте? Нет, больше дырок. Ну, посмотри, там еще должны быть. Где? Ну, вот здесь вот между зазорами. Вот здесь, вон там, сбоку прям. Там нету. Ну, попробуй там за этими посмотреть. Все, там дальше корабль. Да нет, дальше проедь, ну, прям там прямо. Там дальше корабль, я говорю. А-а-а. Вот сюда, так, надо как-то наверх его затащить. Угу. Ага, все, я понял, как. Как? Они пробили тут дырень. Вот, сейчас. Вот, смотри. Ага, все-все-все. Так я не знаю, как все-таки туда вместе с этим залезть. Как бежать? Да что ты творишь-то? Я не знаю, как бежать. Погоди, стой. Смотри. Я тоже забыл, кстати, куда бежать-то. Опа, энергия. Да, вот на X. Смотри, мы сейчас его просто берем транспорт, да, получается. И прям приезжаем на нем. Да, так мы туда не заедем. А мы, кажется, заедем. А, ну видишь, батька порешал. Да, так батька не тащит, батька не додумался бы туда забраться, чтобы они раздолбали сами. Это да. Ну, то есть, короче, без меня и без тебя мы прям... По отдельности не куча говна, вот. Да? Не могем, короче. Да, не могем, не умеем, не практикуем. Давай уже тогда ищи место, где более поспокойнее. И тогда я думаю, отрывок из этой серии, ну, можно считать законченным. Хоть и неполноценная серия, почти толком-то и ничего нового мы не прошли. Ну смотри, давай тогда еще немного. И, в принципе, я думаю, над этим можно заканчивать. Ну, смотри, давай тогда до следующей загрузки примерно, да? Куда дальше? Знаешь, прям даже интересно стало. Смотри, какое большое пространство. Ага, и ничего не продолжается. Так, о, стой, там припас подбери. А то на жизни и так нифига. Ой, чувствую, подстрелят нам что-то здесь. Здесь-то местность открытая. Пуканчик быстро подстрелит. Вали быстро! Его валить надо. Его? Да, его надо быстрее. Надо как-нибудь эту твердь мочкануть. Это энергия. А тебе жизни нужны. Какая разница, энергия тоже нужна для защиты. Ну это понятно. По-моему, там кнопку можно нажать. Посмотри. Там кнопка какая-то была. Вон. Вот это. Это не кнопки? Кнопки какие-то. Можешь сломать что? Не взаимодействуй. А, вон. Все. Да, так надо еще как-то разобраться с вертом. Еще а ты пока автомат возьми и перестреляй попробуй. Хотя вряд ли. Да, крути, не отпускай. Ага, не отпускать. Думаешь, это просто если тебя так стреляют? Короче, подстрелит нам сейчас пукан. Все, валим. Фак. Ну это... Ну, ты видел как-то. Да, этот... Ну да, это случайно. Да, этот батька всея Руси все видел, да? У батьки глаза всегда открыты, да? Ну давай тогда, последний раз. Сейчас я теперь знаю, что надо делать, надо кучу припасов собирать. Вот я тебе и говорил, в том-то и дело. Я тебе говорю. А где ты их возьмешь? Послушай, батьку, сделай по-другому. Вот именно. Это твоя же логика.
и достал того, что своим батьку. Это мы вырежем обязательно. Я унижаю собственные достоинства. Батька себя обосрал, я ваша мать. Теперь понятно, почему батька-то не тащит, да? Ай, коли батька что сам скажет, да, чуть за свои слова не отвечает. А? А как бы шо батька не при делах, да? Все, мы теперь нормально все. Прорвемся. Слышь? Прорвемся. А у него там пулемет остался и 3 ракеты. Давай, мочить его к чертям надо. Потому что он по-любому мешать нам будет. Хорошо, что он хотя бы не кривовато стреляет. Остановись. Мне кажется, даже если его собью, сейчас новый прилетит. Хотя пока новый прилетать будет, в принципе, будет дело. Нет? Блин, он не сбивает. Вряд ли, что ты ему делаешь. Нет, я ему просто ракеты взорвал. Ну, тут конкретно какой-то РПГ надо. Давай быстрее тогда. Давай быстрее. Ну и как я тебе говорил, да? Ну, короче, как ты был тащером, да? Как я тащером и помер. Да, так ты тащером и помер, да. А батька Кабышев, чё б не при делах, да? Ну тогда мы на этом и закончим. С вами был Флеймикс, обязательно подписывайтесь на канал. А также с нами был в гостях... Макс. Да, Макс. Всем удачи. Обязательно ставьте большие пальцы вверх, всем, если вам понравилось это видео. Если вы хотите такое полноценное угарное прохождение, если его вообще так можно было назвать, по-моему, это упоротое прохождение. Всем удачи, короче, всем пока, да? До свидос. Да, я сейчас буду подзатыльники раздавать. До свидос. До свидос. У всех понос. Ой, ой, батьку потешил сегодня. Ну давай, вали отсюда. Батька пойдет в GTA-шку поиграет. Клипы снимает. Да, а то что-то дерьмовато это надоело. Батьку потешил сегодня. Ой, батька сегодня спать не будет. Пойти, короче, да. Точно, в следующий раз тоже это вдвоем. Да, точно, давай.